Все-таки, почему ты пропускаешь занятия? У тебя проблемы? Да нет, нет никаких проблем. Просто сейчас учеба мне не нужна. Понимаешь, учеба не поможет мне устроить мою жизнь. А я хочу жить в достатке. Ни в чем себе не отказывать. А для этого, дорогая, нужно удачно выйти замуж. Как? Просто замуж выйти и все? Ну я же говорю не просто, а удачно. Вот женится на мне какой-нибудь богатенький иностранец. И все. Считай, жизнь удалась. Стой. Саламатсызбы. Сізді көріп, бүгін айбай жол болды күн болды екен деп ойлайдым. Мақұл болсыңыз танышса болды, менің атым Филипп. Менің атым ғанекей, менің құрбы қызым қырғызша сөйлей албайды қаласаңыздар, сіздерге қотормочы олып жардан берейін. Рахмат. Еш нәрсе емес.